сегодня выходной, мы, как всегда, куда-то тулим. Скорее всего, в сторону Баштанки. Мы поздравляем Колю, у него новый шосик, теперь его никто не догонит. Желаем ему классных, легких покатух. Поехали! По пути в Марьину Рощу нам попался второй перекусик. Или воскресший прошлый. Оп, меня чуть не сбили. Сейчас, момент. Вот он, красавчик. Не доезжая до прекрасного гастронома за пересадовской поворот. У нас есть победитель! Угадайте, у него есть запаска? Нет, конечно. Угадайте, у него есть классный насос с прессой? Ну, плюс-минус. Да, блядь, есть вообще-то. Сейчас мы это проверим. Блядь, пошли. Так зайдите в молоко, грейте. Ребята, ностальгия. Мы нашли второй перекусик, он воскрес. Классно как. Ты будешь свой? Да. Да. Колю спроси, что там эта бедолага будет. Ничего. Сосиска есть. Коля, ты тоже шаурма? Тем временем Колян. Вы что думаете, человек купил камеру? Нет, конечно. А вы думаете, у него было время? Да, конечно, да. Но там есть антипрокол животворящий. Я думаю, он на него должен молиться очень сильно. Ты поделишься камерой? Пошел он в жопу. Каковы ваши ощущения от этого процесса? Ебануться. Чем-то напоминает мастурбацию, мне не нравится. Короче, Коля не любит дрочить. Ну, я люблю, но когда мне приятно. А это как будто ты дрочишь кому-то. А откуда ты знаешь, как кому-то? Ты что, пробовал? Я догадываюсь, я очень часто качал колеса. Бля. В общем, отсюда течет вот отсюда этот. Сука. Типа пол прям оттуда. Ну что, Колян, отрыватель сосков, ты... Это четвертый. Ты, да, ты красавчик, ты подтвердил свое звание. Да, хуй надо. Сколько? Ну сколько? А еще вот здесь, обкончался знатно. Блин. Бля, смотри, пузырь пошел, давай. Сперма дьявола. Вот она, вот она. Это жезл любви мой. Как так-то? Он дышит, я вам больше скажу. Он дышит. Чего ты смеешься? Берешь теперь, переворачивай, снимаешь это. Начинаешь... Заебись. Ну что, друзья, ничего не получилось. Колин велик знатно. Что-то сегодня мой день. И вот, мы теперь... Меняем камеру, Женину камеру, попрошу заметить. Потому что уважаемый рандонер ездит без камеры. Да, совесть имей, не сдавай меня. Да. Как так-то? Что, есть дырка рядом с соском? Не, я не видел. Значит, ты можешь ее попробовать забрать с собой и заклеить ее. Блять, попробовать забрать с собой, это будет сложно. Почему? Ну, потому что у меня нет. Во-первых, тебе сейчас внутрь. Обтираешь ее, скручиваешь. Вовнутрь надо сейчас все протирать, что ты пытаешься за эту камеру. Протирай все. Бери внутрь, вытирай полностью эту всю херню, которая потекла. Заодно проверяй, там может быть колючка, стекло. Блять, тут обмотка такая толстая. Ну что, в общем, Женька дал свою камеру, мы забортировали, накачали и вроде бы готовы ехать. Блять!
Да. Прекрасный наш любимый колодец, в котором сейчас Коля наберет водички. Аккуратнее, Катя! Мне интересно, большой колодец ключевой воды. Набралось, набралось. Иди сюда, ухо. А у меня две. А те две ты выпил? Нет, я их даже не набирал. Он экономил весу пудрать от нас. Бля, ведро дырял. Какой же кайф был, когда мы летом здесь набирали воду, помнишь? Как Кудрявцев матюкался, я могу попробовать вставить кадры из прошлого видео. Это просто он сделал это видео. Километров, а это значит, что сегодня будет первая соточка этой зимы. Соточка? А также первая 75, не хочешь? Соточка на шоссейнике. Первое пробитое колесо. В пару километров отсюда обратно есть кафешка, сейчас покушаем, потому что если я их не покормлю, мне кажется, они меня могут убить, я не доеду обратно. Да нет, ты маленькая, что тебя жмать. Да, это место очень памятное для нас. Тогда мы ехали под диким ливнем 200 километров в час. Это был мокрый бревет. Снимать почти... Это был первый бревет наш в жизни. Там был ливень все 200 километров. Снимать практически не удавалось. Но ссылочку я оставлю внизу на небольшой клип. Это было круто. До Паштанки оставалось всего лишь около 10-14 километров. Но было принято решение туда не ехать. Мы вернулись обратно, потому что не хочется ехать по темноте. Очень холодно. Нету обещанного солнца по прогнозу. И фуры едут колоннами. В темноте с ними ехать не хотелось бы. Поэтому гештальт не закрыт. Еще такая галочка. На следующий раз мы должны туда доехать. Маленький, бросили тебя на улице. Сейчас хозяин придет. Сейчас, мой хороший. Отруби овсяные, яйцо, немножко соли. Все, даже разрыхлитель не клала. И такой овсяно-блин на сковородку. Отличный, классный хлеб получается. Диетически вкусный. С вредными сосисками. У ребят пирожки. Что там Женька еще набрал? О, конфеты. Женька набрал конфеты. Поворачиваюсь, опять Коли нету. Давайте ему напишем все дружно, чтобы он сходил к бабке. Напишите в комментариях. Коля, иди к бабке. Надо, чтобы он в церковь сходил. Эх, перекусик 2.0 закрыт. Хотя мы ему сказали, что сейчас будем ехать обратно. Но, видимо, мы настолько классные клиенты, что он даже замок повесил и сбежал от нас. Ну ничего, у нас есть термос с чаем. Обратно едется в разы легче, кстати. Ветер в спину все-таки немножко помогает. Коля больше ничего не отрывает себе. Это вообще дико радует. Мороженка. Декабрь. Зимой. Месяц. Декабрь. Мороженка. Мороженка. Ужас. Ну почему ужас? Мы уже в городе, до дома где-то 7 километров. Есть любители зимой мороженое кушать? Его зовут Зеленый. Я бы его назвал Креснушка. Он не виноват, что хозяин такой. Ну, а тут же это сок. Это велосипед. Я бы его Лучик назвала. У тебя машина есть завтра. В общем, ругают ребята
Колю за то, что у него грязная трансмиссия. Он сказал, сегодня грязно. Но у нас тут еще три велика, два из них шоссеры, и как-то на нас это почему-то не повлияло. Все идеально, как попка младенца. Что вы можете сказать в свое оправдание? С какого хрена я должен оправдываться? Ай-яй-яй-яй. Вы этого не видели, но это было сильно. Чувак мало того, что ехал круче, чем новогодняя елка в лучшие годы Николаева. Он ехал в шортах, мать его. В шортах зимой при морозе. Это фиксик там какой-то. Максимально прикольно было просто. Вау-вау-вау. Я не успела достать телефон снять. Зрелище супер. Колян решил похавать кебабчика на Пушкинском кольце. Сил сегодня было потрачено много. И у нас барабанная дробь. Да, 100 километров и 10 метров. Да, да, да. Значит, до дома будет 103-105. Даже если Страва пересчитает и урежет, сотка все равно будет. Супер. Поздравляю тебя с первой соточкой. Спасибо. С зимней. Коля обкатал вельчик наконец-то по-человечески. Надеюсь, он его помоет. Давайте напишемся Коле, чтобы он мыл свой велик. Напишите, пожалуйста. Помой меня, я вся чешусь там. Или... ну, что-нибудь напишите ему, потому что, ну, это беда. 102 километра. 8 часов с половиной в пути. И мы, наконец-то, дома. У нас еще один сожитель появился. Да в смысле?